Привет. В 2022 году девочки, мальчики, мои подписчики, зрители просто моего канала. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ну, в свою очередь, я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в 2021 году, кто пришел ко мне раньше и все еще остался со мной. С новогодними вас праздниками, здоровья, любви и большого-большого вдохновения для ваших рукодельных новых творческих попыток и новых вершин, конечно же. Сегодня, не знаю, честно говоря, какое сегодня число, но точно воскресенье, я хочу с вами поговорить по поводу нового тега относительно моего любимого формата, который есть у нас на YouTube. Так, сейчас, секундочку. Я тут просто с планшета. Полчаса, и я нашла, как работает Google, диск мой, поэтому... Итак, мой новый тег называется «Планер 365 дней для вышивальщицы и блогера». Данный тег посвящен любимой теме зрителя «Планы и финиши года». Возможно, это даст новые идеи для подготовки материалов. Поскольку я не особо большой любитель смотреть данного формата видео, финиши, несбывшиеся мечты и все такое. Поэтому я решила, что нужно сделать какую-то коллаборацию и того и сего, попробовать во всяком случае. С учетом того, что основные видео уже на каналах вышли. Но есть девочки, которые принципиально это могут снимать, эти видео, и в марте, и в феврале, чтобы не сливаться, как говорится, с общей, скажем так, толпой блогеров. Данный тег прописан не только с учета как вышивальщицы, а, конечно же, с учетом как блогера. Потому что для кого это все еще секрет, я вам скажу по большому-большому секрету. Я не только вышиваю, но я еще и веду свой рукодельный канал или канал своего имени, Юлия Неминская. Поэтому, да, я здесь снимаю и пишу теги так, как я считаю нужным. К сожалению, я не просчитала все теги, которые... Сколько тегов я написала в прошлом году. По-моему, это нереально. Почему? Потому что в некоторых случаях... Это сейчас я уже пишу автор Юлия Неминская. Раньше я стеснялась это делать. Ну и поэтому получается, что, возможно, не все я установлю. И посчитать-то можно. А смысл какой в этом? Не знаю. В общем... Поэтому я написала несколько вопросов, больше 10, несколько. Ну, девочки, как шло? А также я хочу обратить внимание, возможно, внести новую волну в теги, что не обязательно отвечать на все вопросы. Можно их просто даже принципиально пропускать, даже не озвучивая, что я не буду отвечать на этот вопрос, потому что мне ответить нечего. Ничего в этом страшного нету. Можно отвечать на только те вопросы, на которые вам есть что ответить. Зрители, все то же самое. Возможно, вы тоже захотите мне написать, что же и как у вас было в прошлом году. Итак, вопрос номер один. Прошлый год был посвящен. Укажите производителю, возможно, тема года или вышивки и так далее. Ну, например, вдруг вы уделили весь свой год не только многоцветкам, но еще попутно в течение всего года как общий такой акцент сделали на работе, что, точнее, в своей вышивке, допустим, на новогодние игрушки. Я же отвечу на свой вопрос, что, как это было ни странно, девочки, но весь прошлый год, 2021 год, был у меня посвящен в основном такому дизайнеру многоцветок, как Ольге Башкировой. Я вам вставлю на фоне елки. Это работа «Виктория», которую я вышивала в прошлом году. И чуть меньше это работа «Питер». Не сам Петербург, это Питер. Потому что данная работа разработана эксклюзивно по фотографии без авторского права, но взятой на просторах интернета и обрезана до нужного момента конкретно для меня. И с точки зрения данного дизайнера. И сделана она индивидуально. Больше данной схемы не будет. И так получилось, что это самые два больших проекта,
которые не имели финиш в 2021 году. 22 я не в курсе, будет или нет, потому что только начало января. И в моем случае получилось, что я, если брать какой-то акцент в моем вот, прошлом году, вышивальном, календарном прошлом году, да, но не закончившийся сезон, кстати, об этом тоже надо подумать. У нас, знаете, как 25 декабря и 6 января, то есть есть задвоенность в календаре. То есть есть календарь, который с 1 января по 31 декабря, но вышивальщицы также у нас делят рукодельный год. Это, допустим, октябрь, с октября по март месяц. То есть это общая такая фаза, как в школу дети входят. Да? То есть, а все уже с марта месяца можно уже там начинаются отпуска, хорошая погода и все такое. Настроение уже другое, да, не, может быть, и не вышивальное. Ведь уже не холодно на улице, можно и на улице погулять. Поэтому в летний период мы меньше вышиваем, а вот в зимний, мне так кажется, по моим наблюдениям, что больше. Эта тема у нас на YouTube не раскрыта, надо подумать об этом. На первый вопрос я ответила, то есть 2021 год был посвящен, как оказалось, Ольги Башкировой. Ольга Башкирова, если смотришь это видео, большой тебе привет. Я очень рада. Это незапланированная доминанта в 2021 году. Вопрос номер два. В прошлом году какого цвета вышивки было больше всего? Специально или случайно? Не знаю, как у кого, но мне кажется, что у женщин больше случайно, чем специально. Но я могу тоже сказать, что прошлый год был посвящен моему любимому оттенку. Это оттенок синего цвета. У меня даже вот сзади меня стоит моя елка. Здесь синие огоньки, которые... Все вышивки, также, которые я вам показала, сегодня я вам покажу еще финиш. Да-да-да, и он синего цвета. То есть там акцент синего цвета, но, конечно, изюминка оранжевый, но тем не менее. Во всех моих вышивках, которые я вышивала, присутствовал и доминировал синий оттенок, чему я очень рада. Это ведь мой любимый цвет. И знаете, как это ни странно, помните, когда вам нравится какая-то там песня новая появилась, какой-то хит летний, да, и ты ее ставишь на звонок на телефоне, и вот через полдня активных звонков на твой мобильный телефон, это была моя любимая уже песня, то есть она уже с тобой заслушана, заешена, и, конечно же, ты все еще ценишь мотив, который там, мелодия, которая есть, исполнение, аранжировку, и вроде она все еще веселая или не очень, но вставляет тебя уже не так сильно. В моем случае синий цвет все еще мой любимый, и все еще я ловлю от этого кайф. Так что вот так вот. А вопрос номер три. О цифрах. Сколько примерно было выполнено стежков? Вот тут как бы я бы сказала, что тут как раз у меня, черт побери, я не подготовилась к собственному тегу, девочки. Ну, во-первых, у меня готова есть работа. Она вышита 58 800 крестиков. Я вот вам ее покажу. Вот так вот. Не знаю, меня там видно. Вам все видно или нет. Я, как всегда, подписала свою работу. Вам поближе покажу. Так, сфокусировался, я так подозреваю, да? То есть я всегда подписываю, ставлю свои инициалы на английском языке и год завершения работы. Так вот, вот эта работа была вышита 58 800. Также у меня 1100 было вышито в Виктории. Вообще в среднем моя скорость годовая в стежках примерно 150-200 тысяч крестиков. И я считаю, что это более чем достаточно. Приблизительно. Я когда-то считала, когда-то у меня есть видео на канале, подсказочка будет в правом верхнем углу. Я думаю, что здесь ничего не развернется. Так, в общем,
500 тысяч крестиков в год нужно или нет. Что-то такое было видео. В общем, вот там вот я четко просчитывала свою скорость. Я вам скажу так, что эта скорость, по-моему, была с учетом уже саги. И поскольку сага считает просто общее количество стежков, да, то есть годовых разбивок нету. На сайте записки хомяка такой функции нету. А когда-то на сайте сколькокрестиков.ру была такая функция, когда ты мог посмотреть вбитые тобой крестики и годовой твой итог. Но, к сожалению, сейчас нету нигде у меня такого. Я не пишу отдельно в тетрадочке, где сколько я вышла. Поэтому давайте ориентироваться приблизительно. Это ни на что не повлияет, но зато, как говорится, ха-ха-ха, пару минут я отвечала на этот вопрос. Блогер, опытный блогер, как говорится. Так, вопрос номер 4. Приобретались новые девайсы для своего хобби? Покупала ли я что-нибудь новое для своего хобби? Я вам скажу честно, что нет. Ничего я для своего нового хобби не покупала. Кроме того, что я купила для своей подсветки, то есть на то, что я сейчас снимаю. То есть это лампа для инстаграм-блогеров. У меня сломался фиксатор, который держит сам телефон. Я купила лампу попроще, но где был этот фиксатор. Перекрутила себе фиксатор. Это единственное, что я покупала как рукодельница, так и блогер. То есть для рукодельницы лампа у меня все еще работала и работает до сих пор. То есть вы видите. А вот для блогера, как для блогера, мне надо был фиксатор, чтобы я могла вам снимать живой процесс. И я вышла по-другому. Та лампа была намного дешевле. Ну, допустим, лампа для блогера Инстаграма стоит 600 гривен. Просто лампа, которая ставится на стол, ровно такая же и даже с фиксатором для микрофона такого, как у артистов, да, то есть не вот этой пипочки мелкой, а вот для взрослый микрофон, скажем так. Так вот, она стоила 180 гривен. Понимаете, разница в три раза разница, то есть три можно было лампы купить на 600 гривен, но тем не менее. Это единственный девайс, который я купила самостоятельно. Все, что у меня появлялось, это маячки, магнитики, все это подарки от Джульетты Крустич. Это я не покупала. Номер 5. Впечатление года. Как вы его увидели? Довольна ли я своим прогрессом? Что-то я себе приблизительно накидывала стратегию развития, как говорится, своих стежков. Конечно же, я довольна. Почему? Потому что в начале года я начинала вышивать, я вам уже вначале показывала Викторию и свой Питер. И потом, когда я поняла, что даже если я сейчас выделю какой-то один проект, объем остатка крестиков не даст мне сделать финиш до конца года. Поэтому я сменила стратегию, приоритеты и внесла в свой, так сказать, в свои планы грандиозные изменения. Конечно, надо поблагодарить компанию «Золотое руно», которая делала акцию. Блогерам высылались наборы, на которые надо было сделать обзор, и этот набор оставался у тебя. Скажу так, что там была определенная сумма сертификата на данный набор, то есть какой ты можешь выбрать. Я, конечно, выбрала тот, который подороже, который мне нравился больше всего. И, конечно же, не забуду вдохновение на этот набор. Мне подарила Марина Прок. Ее шикарное оформление в центральной багетке, которая находится в центре города Киева. Вот, но это не означает, что я посмотрела, я подписалась на них в Инстаграме, посмотрела, что не всегда классное оформление, это очень дорого. То есть они могут оформлять и в 1000 гривен, а могут и до 1000 оформить. Все зависит от того, кто, что, какой вкус. Поэтому после того, как Марина Прок, я не буду, к сожалению, вставлять фотографию, потому что хоть это и публичная информация, да, но если вам будет интересно, вы забьете и увидите, что живой огонь, который вышила я,
и оформление Марины Прок. Вот именно эта работа. Я бы сказала, что после того оформления, которое сделано, ну, сложно не влюбиться в эту работу, не переоценить, заново не взглянуть на нее и не влюбиться. Поверьте мне, это настолько вкусно было, что когда была такая акция от производителя, я была несказанно рада. И, конечно же, я сказала, что у меня именно этот набор, и он самый дорогой был из тех, что было предложено, ну, согласно сертификату. Поэтому финиш состоялся, как я планировала. Я сделала больше 200, по-моему, 230 видео на канал за 2021 год. Это я не учитываю трансляции. Трансляции как раз я не считала, но там тоже где-то больше 10-15 было трансляций. Трансляции, если вы подписчик моего канала, а если нет, то я вам скажу, что мои трансляции обычно не бывают меньше часа, а чаще всего, что мы задерживаемся на 2, на 3, на 4 часа. Все любят повышивать, плюс-минус приготовить еду, все еще трансляция идет, а мы все вместе вышиваем и вышиваем. Я и сама заскакиваю на такие трансляции и люблю, когда я могу и вышивать, начать трансляцию, потом пойти что-нибудь приготовить из еды, все еще в трансляции, как говорится, закончить тут все свои дела и опять уходить, можно вышивать, а трансляция все еще идет. Поэтому я тоже люблю такое. Если что, как блогер я более чем удачно поработала. Сколько тегов я написала, я вам уже говорила, что я не считала, но мне кажется, что тоже больше 10. Осень у меня вообще как-то волна пошла, натхнение. Если вы считаете, что мой русский не сильно чистый, я, кто не в курсе, я вам повторюсь, что я живу в Украине, и русский язык у нас теперь это только домашний язык. Дальше. Вопрос номер 6. Сколько работ в прошлом году перейдут в новый? Или все или частично? Я скажу так, что у меня есть 4 набора начатых. Виктория Питер, я вам говорила. Ну, там объемы. Потом у меня есть Лукаэс чайные розы в вазе. И также у меня есть долгостройчик от Dimensions. Там долгострой, понимаете, 70 крестиков добить. Но кто же их добил в прошлом году? Конечно же, нет. То есть это все переходит в 2022 год. И я планирую активную фазу их отшития, конкретно этих процессов. Также я планирую в этом году абсолютно не спеша начать тысячник. Тысячник разработан эксклюзивно под меня, подарен мне. Я его лично не заказывала. Но я вас уверяю, когда вы увидите общий сюжет данного тысячника, вам будет интересно, у вас будет много эмоций и самых разных, но вышивать вы это точно не захотите. Я вас уверяю, вы точно не захотите это вышивать, но эмоций у вас будет много. Я еще, правда, я снова склонна вышивать его все-таки на конгресс трамине полукрестом в две нити, но Я еще думаю, у меня есть еще время подумать. Все равно я буду нитки сама заказывать. Точнее, они уже едут. И заказывала я их на 18-ю, по-моему, или 16-ю иду. Я уже не помню. А это и не важно. Я всегда смогу их докупить. Конечно же, это не ДМС и не СХС. Так, вопрос номер 7. Год тигра означает, что котик обязательно появится в ваших вышивальных планах? Ну, то есть из семейства котячьих, то есть это может быть тигр, это может быть котик, котенок, еще как-то. Скажу так, что у меня есть схема от Натальи Пышнограевой, которую мне подарила, как всегда, Джульетта Крустич. Юлечка, тебе привет! Знаете, что мне кто подарил? Джульетта Крустич, знаете, в основном. Так вот, я вам скажу так, что я не планирую, что в моей вышивальной жизни появится котик. Ну, может быть, я вышью какой-нибудь там на пластиковой конве какую-то там
штучку маленькую. Все, больше прям грандиозный проект в январе 2002 года не планируется. Но, девочки, мы же знаем, что мы девочки, мы всегда имеем право передумать, пересмотреть планы и все отшвырнуть и вышивать только то, что я хочу. Поэтому никогда не говори никогда, и тогда будет меньше сюрпризов в жизни. Поэтому про вышивку все то же самое. Но на данный момент пока я не планирую. Если надо было котика вышивать, то надо было его на елку вышивать, да? Ну, маленький, и галочка готова, да? Но, тем не менее, я это не сделала. И, честно говоря, скажу вам честно, я об этом не жалею. Так, вопрос номер 8. Тема года или цвет года? Игра года. Что вас будет вести на протяжении вышивальных вечеров? Планируете ли вы какую-то грандиозную игру или какое-то грандиозное участие? Я скажу так, что я продолжу участие в СП больше, чем просто большая. В СП «Тысяча и одна ночь». Также я буду участвовать в СП по... забыла, как оно называется. По эксклюзивным схемам. Господи, как же... Понимаете, я ведущая этого СП. Одна из. Это грандиозно. Видите, я не готовилась к ТЭГу. Все как положено. Так. Как же называется третья СП? Ну, я вообще... Я правда планирую уйти, наверное, с СП авторские истории, как руководитель и человек, который снимает общие видеоотчеты. Так. Вышивай свою мечту. Вот, СП «Вышивай свою мечту». То есть это схемы, которые разработаны эксклюзивно с вами или дизайнерами. Размер не имеет значения. И эти схемы эксклюзивны, то есть до 5 единиц вы можете купить у дизайнера или распространить до 5 единиц схему. Да, то есть вот такие работы могут в СП «Вышивай свою мечту» участвовать. «Тысяча и одна ночь». Понятное дело, что это СП, ну, а может и непонятное, конечно, ну, чисто женской логики. Ну, в общем, «Тысяча и одна ночь» – это, конечно же, работы, которые посвящены все по размеру 999 крестиков по одной стороне. Стежков, даже не крестиков, а просто стежков. Как вы будете вышивать, это не важно. 999 значков по одной стороне, и ваша работа может участвовать. Она может быть вот такая узенькая, никто вам не запрещает. Вдруг вам нужен поясок. Вот, то есть вы можете участвовать. СП больше, чем просто большая. Тоже большие вышивки. Вышиваются они тоже могут и бисером, и крестом, и полукрестом. Там размер работы 72500 крестиков. Когда-то это были невероятные размеры. Сейчас уже у нас тысячники на дворе, как говорится, на пяльцах. Поэтому... В основном любая большая средняя многоцветка уже закрывает этот порог, как говорится. Ну и если вдруг у вас начата большая работа, то вы всегда можете в любое из этих СП вступить, пишите, все ссылочки на группы я оставлю. Это не реклама. Так, теперь бы мне понять. Ага, мне надо следующую фотку. Открыть. И у меня планшет, конечно же, тормозит, девочки. Так, что, где, куда мне зайти? Так, вот диск. Так, загрузилось. Что-то загрузилось, но я не знаю, что. Короче говоря, что это за, господи, прости, зеленого цвета? Так, планшет, не беси меня. Какой номер телефона? Алло, мужчина, Google диск, давай. Не вытормаживай меня. Я вообще тут видео снимаю.
тихо сам с собой, я веду беседу. Ну, в данном случае с планшетом, если что, он у меня в руках. Сейчас он загрузит фотку. Я еще ежедневник на 22-й год не купила, поэтому приходится писать все в электронных блокнотах. Потом скринить на Google Диск, и потом с Google Диска дальше отвечать. Вопрос номер 9. Планируете что-то попробовать впервые? Нового производителя или сборка прикладнушек? Ну, то есть то, что вы еще не делали. Я вам скажу честно, что все новое я не особо люблю. Вот честно. Ну, там авторы схемы, понятное дело, что все ок, там это менее болезненно. Но вот прикладнушки собирать, еще что-то новое, нет. Я вот это не люблю, поэтому не планирую, скажу вам честно. Что там, новые производители? Ну, как пойдет. Вообще не планирую. Но я вам уже говорила, мы девочки, мы можем передумать. И ничего страшного в этом нету. Если что-то подвернется под руку, то, конечно, попробуем, а чего бы и нет. Вопрос номер 10. Многие готовы перейти на один процесс, блогеры. Что скажете о себе, ваш формат? Да, я в очередной раз к концу года услышала такую мысль блогеров, что было бы неплохо, кто много очень развел процессов, как бы их подсократить, чтобы увидеть финиши, во-первых, а во-вторых, а раньше-то я вышивала один процесс. Я вам скажу так, что кто со мной совсем недавно, что мой канал, если вы отлистаете до 2016 года, 6 мая, я тоже вышивала одну многоцветку, она заканчивалась, я начала на следующую. Никаких 2-3 работы на канале вы бы у меня не смогли увидеть. И совсем недавно, последние года 2, по-моему, я вышиваю сразу несколько проектов. Это многоцветные работы. Как я к этому дошла, ну, как и все, да. Но поскольку я не сильно, я поняла вовремя, что мой мозг не любит, когда больше 2 работ в процессе, то есть 2 проекта активно могут вышиваться, это мой мозг тянет и любит. 3-4, вот это вот новое, заново вникать в значки и так далее, и так далее. Сейчас у меня 2 большие многоцветки в работе будут, да. Там очень много цветов, больше 80, по-моему, в каком-то больше 100. Короче, вот это вот листание планшеток в поиске нужного значка меня немного бесит. Поэтому, когда я подучила значки и ориентируюсь уже, все, вот это меня больше... Я такая, типа, я профи, я помню, где у меня какой значок. Знаете, это вселяет какую-то уверенность и скорость и профессионализм особый в хобби. Ну, для меня лично. А вот это вот вникание заново, где там, что там, как там, я не особо люблю, поэтому скажу так, что 2 вполне достаточно и, может быть, что-нибудь совсем мелкое. Вот это да. Ну, это согласно своему мозгу, я говорю. У вас все может быть по-другому. Если что, пишите в комментариях. Я просто говорю о себе. Дальше. Перейти на один процесс. Конечно, я бы, конечно, бы хотела. Конечно, бы хотела. Но у меня уже 2 начатых. Поэтому как-то один... Я посмотрю, сколько где остаток будет. Надо уже сейчас будет посмотреть, поскольку я еще активно не вышиваю. Я вам скажу честно, что за 2022 год у меня вышито, наверное, крестиков 2000. Вообще ни о чем, как говорится. Поэтому, а я могу 4-5 тысяч в неделю вышивать. Возможно, для вас это немного. Для меня это очень даже приличная цифра. Я особо никуда не спешу. Так вот. Я скажу так, что я еще с цифровой стороны, со стороны статистики не заходила. Что там у меня где осталось, еще особо не вникала. Но я, опять-таки, я планирую продолжать участие в проекте «Вышивальная ликвидация».
богиня рукоделия, большой тебе привет. Я обещала, я это сделаю. И просто вопрос, что я туда поставлю. Или розы, или Питер. Вопрос для меня, как говорится, королеву Викторию я и так буду вышивать. Мне очень нравится эта работа. Я подхожу к новому там. А тут на плече там у нее там вот эти вот штуки какие-то навешанные, в общем, какие-то брошки и все такое. В общем, я подхожу к вкусной теме, поэтому мне, конечно же, интересно. Но также мне нравится очень картина «Питер» от Ольги Башкировой, конечно. И там мне бы тоже было бы интересно повышивать. Но там у меня сейчас фон и много одиночек. Короче говоря, с одной стороны, вроде сложный и вкусный кусочек, но, знаете, во всем должна быть золотая середина. Если хочешь, чтобы было красиво, одиночки будут. Поэтому, чтобы там не уставать, и здесь не уставать, короче, я подумаю над этим, что и как будет. Но опять-таки говорю, что, да, начало января, сегодня там, по-моему, 9 января, если я правильно посчитала, потому что в понедельник 10. Так вот, я скажу так, что реально я еще не просчитывала. Я не знаю, может, вы уже все просчитали, но я лично еще нет. Вопрос номер 12, и он заключительный. Что нам ждать от тебя как блогера? Расскажи, что вкусненького, есть другие вопросы. Так, если вдруг вопросы выше не показали твой планер на 22 год. Ну, мой планер, совсем планер, знаете, плавный полет планер, скажем так. То есть цели ясны. Есть 4 проекта, которым можно уделить внимание. Вопрос, насколько получится просчитать финиш этих проектов, какой же все-таки из них финиширует. Конечно же, я пойду по упрощенной системе, и в котором меньше остаток крестиков, тот я и буду завершать. Но прикол в том, что в одном у меня там 220 тысяч объем общих крестиков, а в другом 150 с чем-то там. Поэтому в одном у меня 60% вышито, в другом 22% вышито. Но проценты тут не имеют значения по одной причине, потому что крестиков-то разное количество. Вот. И по процентам, конечно, надо Викторию, как говорится, добить. Но надо посмотреть Питер. Вдруг там процентов мало, но их, ну, то есть остаток меньше по крестикам. В общем, это все статистика, надо посмотреть и посмотреть правде в глаза, девочки. Но я честно, я буду идти по плану лентяйки. То есть то, что точно можно завершить в 2022 году, зачем это переносить на следующий год? Да, может быть, я меньше продвину другие проекты, но зато у меня будет финиш какой-нибудь многоцветки. Не то чтобы это, знаете, обязательная программа, ну а почему нет? Поэтому я, наверное, раскрыла столько, сколько я хотела. Уже 2 или 3 раза вам показала живой огонь, потому что он мне нравится. Я могу, кстати, показать свою изнанку. Вот так она выглядит. Так, вам там видно, да? Поближе вам покажу. Светятся нитки, все как и обещано. Производителям все это есть. Скажу вам честно, что я эту же работу в основном вышивала на пяльцах Нурье круглых. И это не я плохо выкручивала, но работа такая себе, немного расшатанная. А это что означает? Что, скорее всего, что если я и буду брать, у меня еще есть несколько наборов золотой руно, все-таки я буду ставить на гобеленовую раму от Арабески. Потому что реально мне не сильно понравилось, что мне пришлось, когда я утюжила и когда я стирала, вот это вот вытягивание, типа я ловлю прямоугольник. Да, это вы скажете, что ничего страшного, что при вышивке это абсолютно нормально.
Но девочки, такой проблемы нету, когда работа все время на гобеленовой раме находится. То есть она зафиксирована, и все, ты вышиваешь. И с ней она никуда не уходит. А поскольку тут очень много раз я переставляла пальцы, все-таки это дало какие-то свои там сдвиги. И в общем, да, я ее выровняла, все в порядке. Но до этого я таким не страдала. Говорю вам, как есть. Потому что когда нам говорят, что вышивка это весело, удобно, это классно и вообще все супер-супер. Ну, знаете, конечно, это супер все, но свои особенности тоже есть. И сколько бы ты была неопытной вышивальщицей, суперопытной вышивальщицей, всегда ты сталкиваешься с тем, с чем ты раньше не сталкивался. Потому что, ну, на пяльце вот я поставила, что-то такое. Многие многоцветки вышивают на пяльцах, и никто тут не ноет, что, о боже мой, мне при стирке пришлось вот это ловить прямоугольник или квадрат своей работы. Да, ну, я, во всяком случае, мало об этом слышу. Типа, это нормальный технический процесс. Но поскольку я в основном всегда вышивала только на гобеленовых рамах, ну, в общем, есть над чем задуматься. Хотя тут, как бы, понимаете ли, даже если бы я хотела очень сильно начать на гобеленовой раме, вот этот вот зазор ткани, ну, это очень мало, чтобы начать. Вот надо было бы все равно на пяльцах прошить там, ну, хотя бы десятку вниз, да, и потом уже можно было, потому что, ну, вот этот вот, сколько тут, сейчас я вам скажу. Ну, по сути, сейчас раз, два, ну, 3,5 сантиметра поля, конечно, это ни о чем. Это вот развернуть, да. Тут больше, тут пятерочка будет. Ну, короче говоря, есть во всем свои плюсы и минусы, технические моменты, в которые бы ты все равно отложил гобеленовую раму. Ну, а есть девочки, которые любят на нурге вышивать, там, вот, которые эти самозапяливающиеся, пластик плюс металл. Но опять-таки, особенность, да, это неплохо, это нехорошо, это просто отмечаю технически. Я про эту работу видео еще не снимала. Вообще, нужно или нет? Напишите мне в комментариях, нужно ли снять отдельно свои какие-то эмоции, которые посвящены данной работе, уже данному финишу. Надо ли это делать? Эта работа принимала участие в ликвидации. Там каждую неделю надо было по 500 крестиков выкладывать фотографию. И к счастью, что я вступила в ликвидацию, и Люда еще за мной присматривала, журила меня. А та мне говорила, вот ты руководитель сама СП, и вот тут мне всю малину портишь на отчете. Сама не люблю, когда мне портят малину на отчете, да. Сама не люблю и сама что-то делаю, да? Ну, все как обычно, девочки. Поэтому она меня все время тынкала. И я все-таки благодаря этому я ровно шла. И уже под Новый год, конечно же, там в неделю 4 и 5. То есть уже в начале декабря я поняла, что работу надо гнать к финишу. И основательно ее гнать. И поэтому в декабре я Викторию не вышивала. И поскольку ВСП больше, чем просто большая, январь считается отпуском. Да, у рукодельниц тоже есть отпуск. Они не обязаны выкладывать фотки вот в нашем СП. Поэтому, конечно же, в январе я вышиваю сейчас только Викторию. Ну как вышиваю? 2000 крестиков, о чем мы говорим? Вот такой был тех. Я надеюсь, что вы ответите на него, если захотите. Если вы даже уже сняли планы и финиши предыдущего года и планы на следующий год, все равно вы можете ответить на этот тех и заодно посмотреть, все ли у вас просчитано, до конца ли вы все просчитали. Конечно, я уверена, что да. Но я всегда за то, чтобы иногда оставлять себе какой-то карман, запасик
подстелить соломку, называйте как хотите. Но я всегда за то, чтобы фантазия и желание могли включиться в любой момент и не сильно разрушили грандиозно составленный, скрупулезно составленный план рукодельницы на вышивальный год, календарный вышивальный год, допустим, от 1 января до 31 декабря. Если у вас все по-другому, вы мне, конечно же, пишите. Девочки, которые будут блогеры отвечать на данный тег, пожалуйста, если вы считаете, что нужно дописать какие-то вопросы, делайте это смело. Я просто предложила основной инструмент, а расширять или как-то улучшать его, конечно же, решать только вам. Ну и ориентироваться, конечно же, на своих зрителей. Я надеюсь, что мы с вами отлично повышивали, точнее вы со мной, а я вам составила компанию, подняла вам настроение, заставила вас призадуматься. И, конечно же, до новых встреч на моем канале. Я надеюсь, что в этом году видео выйдет не меньше, чем в прошлом году, а если и меньше, то ничего страшного в этом нету. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. Ставьте лайк или дизлайк этому видео. Если вдруг вы хотите стать спонсором моего канала и смотреть видео на порядок раньше времени, чем зрители, пожалуйста, у вас есть такая возможность. За недорого, как говорится. Все подробности по ссылочкам. Спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч на моем канале. Люблю, целую. Всем пока! А, у меня же есть котяки, девочки. У меня на ногтях есть котяки, в общем. Я себе сделала 2 тигра. Так что этот пункт я закрыла временно, но зато он у меня был. Всем пока!